город был до отказа забит эвакуированными. На Волгу, в Куйбышев из оккупированных немцами западных областей хлынули служащие разных учреждений, рабочие заводов. Заводы размещались далеко за линией города, в районе так называемой Безымянки, куда из Куйбышева была проложена трамвайная линия. Это воспоминания петербуржца Игоря Федоровича Смольникова. А мы возвращаемся в 1941 год. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».